Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим, как вывести игру Hamster Combat на ярлык рабочего стола к себе на мобильный телефон. То есть, насколько вы знаете, чтобы запустить нам Hamster Combat, мы заходим в Telegram, да, и, например, вот появляется у нас такое окошко, мы нажимаем Play, вот, и, соответственно, появляется наш Hamster Combat на компьютер. Но если вы хотите более оперативно заходить в игру, мы с вами сейчас попробуем сделать ярлык. Так, окошко я закрываю, выхожу из нашего телеграма. Давайте я сейчас этот ярлык удалю. Все, ярлык я удалил, ничего нету. Заходим в телеграм. Так, заходим в Hamster Combat. Нажимаем на него и нажимаем троеточие. Создать ярлык. Нажимаем создать ярлык. И он показывает, какой ярлык можно добавить на рабочий экран. Нажимаем добавить. Значок Hamster Combat создан. Назад. Выходим. И запускаем наш ярлык. И нажимаем play. Все, наш Hamster Combat запускается с ярлыка на нашем телефоне. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.